Victoria arbeitet als Friseurin. Auf Russisch heißt der Beruf Parikmacher, was irgendwann mal vom deutschen Perückenmacher abgeleitet wurde. Aufgewachsen ist Victoria in Kiew, wo sie schon seit ihrer Schulzeit wusste, was sie einmal werden will. Nach der Ausbildung kam sie nach Kaluga und arbeitet nun schon seit 8 Jahren im Salon Kapitoline. Есть такая фраза, да, надо с радостью идти на работу и с радостью идти домой. Вот, наверное, один из вариантов, когда я с удовольствием сюда бегу, неважно, 4 утра там, либо 12 ночи уходишь отсюда, это все, атмосфера, коллектив, люди, которые приходят, все, настолько все домашнее, как-то уютное, поэтому здесь хочется находиться, быть. Не знаю, я счастливый человек, что я работаю именно в этой профессии, в этом коллективе, именно в этом салоне. Die Friseurinnen und der eine männliche Friseur im Salon arbeiten als Einzelunternehmerinnen auf eigene Rechnung und zahlen Miete für ihren Platz in der Zeit, in der sie tatsächlich arbeiten. Die Pflegemittel kaufen sie vom Salon. Außerdem ist jede für einen bestimmten organisatorischen Bereich im Salon verantwortlich. Victoria verdient monatlich plus minus 1000 Euro. Ой, был такой у меня, что был перебой, вот, чего-то не хватало, да, чего-то тоже, ну, как бы ты по этому поводу переживаешь, потому что когда ты привыкаешь к какой-то определенной продукции, сложно найти замену, да, и не хочется переходить, ну, как бы это ни казалось бы, да, на какой-то там русский товар, потому что привыкли и качество, и все. А сейчас как-то все стабилизировалось нормально, как бы нет такого состояния, как бы ни в товаре, Die erhöhten Einkaufspreise wurden zwar an die Kunden weitergegeben, was sich aber nicht negativ auf die Anzahl der Kundinnen ausgewirkt habe. Victoria hat vor allem Stammkundschaft, die ihr treu bleibt. Sie arbeitet 13 bis 15 Stunden am Tag, an 3 Tagen die Woche. Очень много детей почему-то, да, почему считается детским мастером, всех детей ко мне, да. Наверное, потому что их больше понимаешь, наверное, из-за возраста, да, такой небольшой. А, и есть племянник, с которым ты играешь, ты какие-то вещи знаешь, да, и с тобой интересно, ты начинаешь с ним говорить на одном же языке, и он как начинает, потому что дети – это самый сложный клиент. Ой, расти, расти. Улучшаться, делать какие-то новые процедуры, новшества, смотреть и вводить их в салон. Процветать и радовать всех клиентов и себя.